Привет, друзья! Сегодня делаем пасхальную открытку. Для работы понадобится картон-основа, набор цветной бумаги, клей, ножницы. Эскиз можно скачать по ссылке внизу. Первым делом сделаем яичко. Теперь сделаем зеленый фон. Я склеиваю детальки на двусторонний скотч. Это можно делать тоже на клей. Теперь делаю нашу курочку. Дальше делаем клювик и хохолок. Сзади это будет выглядеть вот так. Теперь добавляем ножки. И еще глазки. Маленькую черную точечку делаю с черной бумаги. Теперь рисую бабочку. Она у нас будет объемной. Нужно вначале загнуть немножко крылышки. Затем промазать клеем, но только тоненькую полосочку, и приклеить бабочку. Крылышки поднять вверх. Черной гелевой ручкой чуть-чуть дорисую тельце. Ну вот, наша открытка готова. Если вам понравилось, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Пока-пока!